По данным гидрометцентра, будет смена погоды. Так, вместо морозов придут сильные метели, с мокрым снегом будет наблюдаться высокая влажность. А все из-за атлантического циклона. Также по прогнозам синоптиков, через республику пройдет активный атмосферный фронт северо-западного циклона. Будет снег, мокрый снег, местами сильный ветер и метели с видимостью до 500 метров и менее. На дорогах снежные заносы. По словам челнинских водителей, в этом году они особенно чувствуют переменчивость погоды. Так, на местном проезде в районе 65-го и 64-го комплексов образовалась колея. Дорога очень плохая, особенно вечером не получается встать на парковочное место, буквально не заехать. Ну и вообще трудности с движением возникают из-за этой колеи. Довольно давно, уже больше недели, здесь не чистили, особенно после снегопадов. Я считаю, они стараются, наверное, но не успевают они с этой стихией как бы снежной. Вот, мое мнение. Вот. А ругать никого не хочу, поэтому ничего не могу сказать плохого. В принципе, я езжу на автомобиле с низким, как говорится, клиренсом, но я справляюсь нормально. Спасибо. Так, в норме, скажем так, удовлетворительно. Удовлетворительно дорожникам и коммунальщикам поставили и пешеходы. Мы ходим, ездим, все нормально. Ну, по московскому все чуть-чуть прибрать. А так все везде хорошо. Только утром немножко уж снег. В этом году очень плохо снег убирают. В первом комплексе, в районе третьей поликлиники, идут пожилые люди, там совсем не чищено. Но относительно других городов убирают. Ну, не успевают, я так думаю, потому что нынче вообще очень много снега. О том, что снега очень много, говорят и дорожники. По их словам, они работают посменно. За раз успевают освободить один местный проезд. Не исключено, что могли бы выполнить и больший объем. Но мешают припаркованные автомобили. Приходится маневрировать между ними, сетуют рабочие. Постоянно машины мешаются. Вот невозможно машины ставить, как бы, и этот не можем убирать. Как бы вот сейчас, в данный момент, вот с той стороны машины стоят. Там надо убрать, они не выходят, не убирают даже, как бы, не реагируют на это, то, что мы сигнализацию там стучим по сигнализации. По словам дорожников, снегоуборочные работы проводятся в режиме нон-стоп. В первую очередь основные проспекты, затем дублеры и местные проезды. Кроме того, проезжая часть обрабатывается реагентами. А между тем, по предварительному прогнозу гидрометцентра республики, 19 и 20 января погода снова ухудшится. Очередной циклон несет с собой снег, метель, сильный ветер. Возможен гололед. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов. Новости. Набережные Челны.